Народный депутат Украины 7-го созыва, бывший первый заместитель главы фракции партии регионов, выпущенный под залог в 5 миллионов гривен, Михаил Чечетов покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры в Киеве по улице Мишуги. В 2 часа ночи жена обнаружила свет в кабинете квартиры и записку на столе. Он прыгнул с 17-го этажа своей квартиры, рассказали агентству Интерфакс Украины при службе ГУМВД Украины в Киеве.